северо-восток идет этот. Выжил. Так, док. Вижу пехоты много. Кук сюда. Сюда. Как далеко? Много пехоты, азимут 100. Вот руины перед нами. Сейчас увидишь. Просто в оптику смотри. Нет, лучше не, лучше встань. Вон они слева, слева выходят, слева бегут. Док, к нам албует пехот противника с востока. Давай флаг туда ёбну. Слева, 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 выйди слева, выйди слева. Сколько там их нет? 300 возьми. Всего задача, убить их. Блять, я тут не вижу. Я отсюда стреляю. Уже не стреляешь. Там нету? Они прям внутри, в руинах, прям внутри, в руинах. Очень быстро вышел, отстрелил и ушел. Да нет. Давай. Удачно. Да. Лол. Тихо, все в укрытие. Ранен. Назад. А чё там? Развалило дом нафиг. Симптомы все в порядке. Лол, а я не могу тебя лечить почему-то. У меня все нормально уже. Охуеть! Да, броник. Там кукурузер, ты жив? Кук. Вот, на связь. Понял. Кто-нибудь. Положи их там всех. Да блять, не могу никуда забор охуячить уже. А нет, ты жив? Они уже у забора? Меняю маленько. Да они, блядь, прошли, Жорик, здесь, прошли. Вот следующий забор, который... Понял. Командир, да, ищи. Горс. Ну, блядь, так, Шорок, смотри. Ты берешь командование отделением Горса? Что смотри? А чё, на связи? А чё бы он брал командование моим отделением? Нихуя себе, блядь, а чё ты не отвечаешь, когда я тебя спрашиваю? Да я пацанов расставлял, кому куда. Док. Да, чё? Азунян минус. Принято. Дморок. Пам-пам-пам. Братан. Филин. Филин, слева смотри. Очень палевная позиция. 68, здесь двое бегают. Одного я убил только что. 68. 50. Док, откуда мип к нам подойдет? Как мы пришли? Ну либо это мы мибо расстреливаем. Как мы пришли? С северо-востока. Так, пожалуйста, на вас подходите с северо-запада, потому что с северо-востока у меня одиночные ромбоиды. Двое вы здесь бегают. Понял. Кук, слышь меня? Кук? Да. Смотри тогда то направление, я пока тут буду. Что за звуки, блядь? Это кто-то эти кидает. Это я кидаю вот эти вот сигнальные хуйни, и там противник, походу. Деморок. Ой, Дегорс на связи. Да, на связи. Это второе отделение. Каспер принял командование, у меня крупные потери, короче, я по-моему один. Где противник? Где ты видишь его? Значит, задача. Найти себе пару миньонов. Отставить. От входа на востоке есть два СВшника. Отныне они твои. Так, принял. Смотри, я пойду сейчас к левой стороне, берешь, подойду, смотрю труп. Узнаю, кто это. Давай, восточное направление и северо-восточное. Я понял, ты пали, если что, слева я буду. Давай. Жорс, смотрите, юго-восток. Я здесь, Дима, я здесь. Мы ждем, пока к нам придет МИП и аналог. Понял, я пошел очередной труп, осмотрю, узнаю, свой это или нет. Окей, хорошо. Ты, блядь, хоть миньонов для этого использовал. А это близко все, я же не бегаю далеко. Тут, да, тут еще противник. Это был противник. Кошер. Если у него есть кумулятивы к РПГ, принеси их. Это пулеметчик был. Слушай, они все в наших брониках. Thank you.
И тут с жопы еще противник. Ну да, я уже не стреляю. Че, не видно было никого, пока я там бегал? Филин. Так, мы тут. 7.5 у меня до встречи. Переходите под командование бойца. Кукурузер. Задача вам все та же. Кукурузер тут? Принял. Я. Где кукурузер? Все принял. У меня есть. Где кукурузер? Кукурузер. Кукурузер. Северо-восток, восток. Где кукурузер? Тут я. Горс. Я тебе ленту еще одну нашел, надо? Давай. Скидывай. Я тоже хотел. А ты куда ее кинул? Вот, сюда сейчас кину. На. БЗТ-шка. Так, где тут рожки можно взять? Да вон в трупе. А чё там видно, чё в этом? В руинах-то? ОГшки, тут у него 4 ОГшки, ребят, смотрите. Так, осторожно, боец. Док, ну сколько мы ещё должны здесь дохнуть? Ну и что за стрельба? Я работаю. Куда? Опа. По нам снайпер, все отошли. Он с той стороны лупит, видишь? Откуда? С юга. Да, понял. Отойти. Тихо. Вау, как удачно, да? Есть выжившие? А еще повалили народу, а эти-то что сдохли? Так, походу в упор. Морок, выйди на рацию, доложи. Это свой. Назад. Так, усадьбу вокруг обойти, куда осмотреть. Там враг по деревам. Смотрите, где ГП. Дальше. Давай быстрее. ГПшей. Сейчас путь сделал, отойди от меня. Давай. Дима! Пуск! Выходи от меня. Недолет. Я понял, хорошо. Еще делаем. Все в укрытие, снова в укрытие займите. Я прям над головой. Как бы это вот тут заняли. Еще 4 лежит тут там дальше. Трупе. Я понял. Когда стреляешь, заберешь ОГшки. Понял? Ладно, все внутрь зашли и не стойте тут, Каспер. Хорошо. Давайте заходим внутрь этого. Морок где? Морок. Ты вышел на связь с Мибом? Есть он на связи? Нет, вообще кто-нибудь? Да, я их слышу, я не могу понять. Да, я заняли. На капс. Капс основная, да, тэшка дополнительная. Мол, дырки пошли прикрывать. Мип, прием, док погиб. У меня хватит. Ты ему говори то, что это, короче, Горс. Ну или мне, давай рацию, поменяемся просто, чтобы тебе не командовать. Сам буду. Забирай мою на всякий случай. Морг, Мибу, рацию на связи. Забрали или покинули? Мип, ты слышишь меня сейчас? Хорошо. Тьфу, Мип, ты меня слышишь сейчас? На приеме, Дегор, с рацию только забрали? Да, я говорю с рацией док сейчас. В общем, смотри, по 2 отделения, потерь у нас, ну, короче, человек 8 у нас в составе, 9. Достаточно. Морг, а дай карту тогда, пожалуйста. Запада от вас будет вдоль дороги через завод. Скинь трупы. Через здание ближнее к вам штурмовать на тройку. Взял. Отлично, мы находимся на усадьбе. Какие, что нам дальше? Сейчас главное вам не вылезать под противника, а готовиться по заводу с запада за нами, спускаться, чистить город. Для вас потребуется. То есть мы разделяем между двумя взводами задачи. То есть и что нам пока тупо в особняке быть?
А есть. Пока да, что ожидайте, да, в черте особняка и крыть. Каспер, слышишь меня? Нет, не туда. Каспер, слышу. Отлично. Короче, пехота, распределиться пока по усадьбе, мы ждем, пока там какой-то взвод. Ты что говоришь или прервал? Я говорю, ждем, пока какой-то там взвод подойдет, что-то там сделает, потом мы двигаться будем. Бегорс? Я вам. Ты слышишь меня или нет? Ладно, сейчас я слышал. Алло, алло. А сейчас слышно? Слышу. Я говорю, распределиться по территории усадьбы и ждать. Что-то да, там кто-то принял. Подойдет скоро. На, вот, на хорошо, принял. Пацаны, все по усадьбе распределились. Укрытия вот ближайшие, на, какие остались. Вот, да, да, двигайся, да. Занимай периметр. Где бойцы? Принял, оставляем одного человека на прикрытие и подходим к ней. Оставь двух, я с вами буду действовать. Я стреляю, если что, я стреляю. Ух! Я противника спалил. Короче, Кук, по курсу, вот слева, когда выходишь, 160. О, внутрь, к стене. Сейчас ГП. Я вам двигаюсь, куда направо. Короче, увидишь, Кук, Рузик, потом 160, там слева машина будет такая стоять. Не, уже не будет. И они там за ней. Не надо, лучше, а то убьют. А где 150, не вижу. Кто-то прикрывает нам 50. Пока мы двигаемся. Вот отсюда видно эту машину. 160 ровно. Ты видишь машину? За ней. В центре. Не прибейте, передай. Не прям у нее? Ну короче, был у нее наблюдатель. Северо-восток, с позиции ищет. Это другой взвод смотрит. Я принял. Пострелялись по нам, пострелялись. Двое наш. Пип, я все понимаю, но меня начинают убивать, вытеснять с особняком. Надо либо отход, либо куда-то пройти. Понял. С северо-запад к дороге спускайтесь и на юг, юго-восток в город. Вот от нас тут есть на востоке руины такие хорошие. Мы можем от них занять и подавлять. В смысле, от них работать. Это вот метка враг, только врага там нет. Понял. Так, давайте тогда. Метка берите. Тут, метка тут. Понял, одобряю. Давайте, выдвигайтесь туда и. Так, все собрались, все за мной, все за мной, все за мной, все за мной, все за мной. В районе перекрестка номер 2. Каспер, мы отступаем на восток. Спускаемся к базе на восток. Все за мной на восток. Дегорс. Принял, мы идем туда. Все за мной. Все за мной на восток. Идем за мной. Мимо. Все слышали? Каспер, на восток к базе, а оттуда принял, к руинам выйдем. Иван Мибо. Принял, иду за тобой. Да. Бойцы, идем на восток до базы. С левой стороны по зеленке идем. Это вот принял. Иван Мибо, живо. Добрался, я до следующего. Все, за стеночкой сидим. Я на связи. Прикрытие. Отсюда на 140 надо пройти. Морок на связи? Да. Отсюда на 140 проходим, короче, и к руинам выходим, к тем, от которых противник был. Кук! Принял, там не опасно. А короче, к тем руинам выходим в итоге. Где ты по противнику работаешь? Через завод. Желательно на базу зайти, через базу выйдем. Слушай, а у меня где-то пацан, блядь, бегал. Противник, противник здесь прямо! Каспер живой? Блять, это Каспер был. Дегорс, обстановку докладывай. Резкий контакт. Около особняка. Чё, видно, что откуда? Откуда стрельба была? Ван, скажи, покуда людей ведешь. Тихо, тихо, тихо. Докладываю. Это ГП. По нам ГП с 60. Отползи от угла.
Рацию заберу. Куда-то туда надо. Кук, возьми рацию. Так, у нас есть гранатомет? Или я выкидываю РПГ? Да, у нас вон труп лежит за гранатометом. Канал статус. Да, говори просто на капс. На связи, Мип. Контакт у нас еще одного потеряли. Так, отходим назад. Там 7 пехоте, кто рядом. Скажите то, что на 240 обратно уходим. Сейчас попробуем с этой стороны на базу зайти. Не надо закидывать. Сюда все. Сюда все подошли. На запад. Не потрошено взять. На западную сторону и отсюда заходим внутрь базы. Ребят, еще одного позвать надо. Я ван, перегруппировались. А сориентироваться только затрудняюсь, дайте мне. Так, я вошел на территорию, заходим. Дорога в город ведет ближняя, вдоль которой ты будешь, помнишь? Рядом должна быть. Да я сориентируюсь, я просто занят был. Магистраль, по ее левой части на юг, до стены завода, живо. Кук, вы там рядом? Заходим на территорию завода. Я зашел на территории уже. Мы на территории завода, метка актуальна сейчас, вот тут. В ближней башне где завод? Ну, нет, метка актуальна. СВД сейчас чья долбит? Не наша, не наша. Это ван. Это наша работа. Все, отсюда сейчас тихонько. К заборчику подходите сюда. От заборчика на 120 перемещаемся. Смотри, я сейчас перебегаю через дорогу. Нет, вот сюда, в куст. Ага. От него буду прикрывать, вы потом перебежите. Окей. Все, нормал. Не дают сориентироваться. Давайте на 160 к дому подходите. Все окна под контроль взять. Так, внимание, сигнальный выстрел могу дать. Где там потроши? Принимаешь? Сбрасывай. У тебя сколько коробок? Я вам сориентировались. Так, я до дома побежал. Как приняли прием? Все точно, да. Ближе к дороге вниз спускайтесь и вперед увидите завод. Мы у стены слева ждем. Ожидай, я ставлю. Я около дома подходите. Она могла. Вижу его, вижу его. Обработайте его. Ерман, корректировка в казармах. На востоке он. Метка Е. Дгорс, корректировка, метка на карте. Чуть смещусь в лесочек. МИП, указание по выдвижению, прием. На юг надо... восточнее дороги, завод. Сюда идите. Противника попробую выбить сообща. Около домика тут. Особняк чист, прием. На юге. Проходить к тебе? Дегорс, ванну ответь. Я на связи, повтори. Особняк чист, прием. Я с особняка ушел минут 5 назад, не знаю, что там сейчас. Метка на меня актуальная на карте. Еще раз говорю, особняк, я 5 минут назад ушел, моя метка актуальна, что там, я не знаю. Не принял, неизвестно, конец связи. Все, близко? Здание на втором этаже. Перед нами? Да. Кук, ты где? Отставить. Да, рядом с тобой. А, вижу. Дегорс, на вашу позицию смещаться? Ну, относительно не надо. Тут много людей не нужно.
Ты скажи нам, куда дальше отсюда двигаться, либо ждать вас. Посмотри на карту, позиция управления роты у завода. Мы возьмем тогда курс по кратчайшему на панельке. Давай тогда мы с панельки со своей стороны возьмем, вы со своей, хорошо? Хорошо, мы пока ждем Вана пехоту. Так, наша задача взять... Я Ван, можем выдвинуться, короче, к заводу, дома. Но нужно аккуратно и прикрывать друг друга. 160. Выдвигайтесь, выдвигайтесь. И смотрите снайпера там этого. Сидим, ждем вас. Чтоб он не вылез больше. Принял, начинаем выдвижение. Бьет по нам опять. Сзади где-то. Думаю, он не сзади, не сзади, не сзади. Спереди с домов стрелял, слышь? Уверен? Да, я высунулся, и по мне прилетело. А, это по тебе было? Да. По мне, да. А ты откуда высунулся, да, конкретно? С правой вот стороны, с правой стороны. Понял. Че, надо как дальше проходить? Осторожно, тебя могут убить сейчас. Так, давай я с пулемета подавлю. Тихо, тихо, стоп. Я сейчас буду перебегать, и вы будете его палить. Во, работает. Блядь, да сзади он, блядь, бьет. Самостоятельно. Ладно, валим вперед, вперед проходим, вперед, просто алгуем. Статус. Вне зависимости от изменений. Нужно следить, чтобы никто случайно не пропал. Блядь, морг, извини. До желтого дома сюда. Этот дом занимаем или что? Да вот тут простреливается, слышишь? На своих частотах шаг делали. Я Ван, у нас потерь рации не было, все забрали мертвых. Да, блять! Он готов, все. Мип, метка на меня актуально, схлестнулись с противником в панельках. Плюс снайпер на карте. Дегорс, я Ван, у нас полно оптики. Я можно понял, смотри, метка С, метка С на севере карты, смотрите. А, оттуда по нам снайпер сзади, короче, по пятам идет. Одиночный. Есть у кого? Был. Я тебя принял. Мим, можем мы занять особняк группой с оптикой, чтобы поддержать Дегорса? Да вам не надо особняк, мне особняк уже ничего сейчас никак не поможет. Вдоль стенки на восток продвинемся, и северо-восток прекрасно просматривается, то есть от зеленки, от забора. Так, повтори, где двигаемся? На восток, вдоль забора и северо-восток. Мим, постарайтесь быстрее в город уже войти. Понял. Ван, по пути на восток. Короче, берем под контроль пока здесь. Ждем, пока сами вылезут. Снайпера надо сзади убить. Надо... Ван, принял. Двигаемся за вами. Сейчас, секунду. Пошли к панелькам на вот туда, где противника убили. Можно их зачекать, слышишь? Возможно, он к кому-то бежал, может, там кто-то есть. Леша, где Леша? Потихоньку. Кук, потихонечку идем, проходим право. Иду, иду, иду. Хорошо, мип. Смотри, здесь противник не своих. Один, может быть. Впереди, на панельке. Прям ухода, ухода, ухода. Где, где, где он? Вон, да, у дома впереди. С правой Понял. Стороны был, прям под входом. Ванильный это, да? Дымовая, дымовая. Это дымовая. Так, надо обходить. Уходим дальше к дому. Направо к дому. Сюда к дому. Так, Леша. Я был ранен, перевел. Дегорс, Мибо. А, ну все, давай. На связи. Сейчас север к вам смечаться. На меня метка актуальна. На меня метка актуальна, обрати внимание. Сзади, 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 сюда, сюда, назад, назад. Ходите оттуда. Снайпер по нам с тыла бьет вас сейчас. Расстреливает эту область. Уходите с севера. Слышим, но не видим его. Леша!
поле бежит. Вижу его, блядь. Вышка, 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 это ебучая торчит. Вот за ней. Там дальше. Он на территорию базы зашел. Слева наша работа. Слева наша работа, да. Тут свои, это свои. Он на территории вот этой базы нашел, зашел, метка С. Уничтожаем его. Да не надо, там есть кому его убить. Пошли дальше. Кук, пошли дальше. Должен быть убитый. Все отлично, отлично. Ну мы уже от него в мертвой зоне. Работает. Уничтожен снайпер. Да там есть, там у нас вон еще целая рота. Так, пошли тот дом брать. Мип, обрати внимание, метки на карте. Мы вот эти панельки берем под контроль. Раним. Егор с Мибу. Связи. Карта есть? Да. Вам будет задача закрепиться на позиции 5. Мы сейчас выдвигаемся на позицию панельки, а потом на позицию 3. Вы на свою выдвинетесь, когда мы все силы подтянем. Ранен. Дым, ну жить буду? Я осмотр делаю, вроде нормально все. Все в порядке? Да, симптомов нет. Я попробую лечить. Ну, блин, привет, Дапу. Подожди, симптомы есть действия или не было? Надо было сказать. Ну чё, есть симптомы? Сейчас, наверное, не успеешь, я скончаюсь раньше. Начинаю тяжело дышать. Бледная кожа, физраствор. Задыхаюсь. Умер. Отлично.